Цей же день ми не почули від наших західних партнерів, що вони дозволяють бити Україні в глиб території Росії по тих аеродромах, звідки ці бомбардувальники злітають. Заборони, які були, такими і лишалися. Ну, принаймні, це випливає із заяв, які були зроблені 8 липня. Якщо візит на Рен-де-Моді пішов не за планом, то чи може не за планом, там вже підсумкове ж комюніке зливи були, яким воно може бути за результатами цього вашингтонського саміту НАТО, чи можуть тут бути якісь суттєвіші кореляції? Зважаючи на те, наскільки Путін підіймає ставки. А чому? Чому не може бути? Ну, тому що утверджується зі всіми странами-учасницями ітогове комюніке, колегіальне ж голосування в Альянсі. Поэтому заранее утверждали то, что слили, и то, что Германия и США там, за более мягкие, размытые формулировки, это и так всем было понятно. Кстати, большое спасибо Макрону, информирует нас периодически об этом. То есть Европа, особенно соседи Российской Федерации, ну, те, кто участники Альянса, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия вот сейчас, они за более жесткие формулировки в плане, чтобы давайте какие-то Украине конкретику дадим. Потому что история про мост, как США и Германия хотят, давайте акцент сделаем на вот этот, на мост, на путь Украины. Не на конкретно вот когда, где, что нужно сделать, а вот на дорогу сделаем акцент. Ну, спасибо, конечно, что если главное, чтобы этот мост разводной не случился в один непрекрасный момент. Поэтому я думаю, что максимально, ну, то есть ничего, не ожидаем ничего какого-то сверхъестественного. Мы, и будет еще фраза, мне кажется, обязательно, про неотворотность пути Украины в НАТО. Но там, смотрите, какая штука. Надо сделать необходимые реформы. Реформы, мы вам там говорили, борьба с коррупцией, еще что-то. Вот я, кстати, в том видео специально не поленился, залез в коррупционный рейтинг стран. И, как оказалось, мы не самые, то есть есть страны в НАТО входящие, которые по рейтингу даже чуть ниже нас. Я сейчас про Турцию говорю. А Албания, она прямо над нами. Вот одна строчечка. Поэтому история про то, ну или давайте так еще скажем. А в какой стране НАТО до конца победили коррупцию? То есть вот здесь нужно понимать, что, конечно, нам это вообще наша самая главная задача. Это нам вообще нужно, а не им. Начнем с этого. Но я просто боюсь, чтобы вот эти предохранители потом не стали элементами бесконечного затягивания. Ну, немножко они доделали реформу, тут еще, а вот там у вас главу налоговой поймали или еще что-то. Ну, вот я за что переживаю. Поэтому будет максимально размытое коммюнике, но пакеты помощи вот уже довольно серьезные. Я сегодня смотрел, там и система ПВО нам дают, и несколько сотен зарядов. Тут вопрос, сколько сотен, потому что, как мы видим, за один раз россияне могут 40, а раньше, я думаю, помнят многие, что и по 120 ракет запускали. То есть вот главный вопрос. И когда они приедут еще? То есть, судя по атаке на Киев, мы сильно нуждаемся сейчас и в зарядах, и в системах ПВО. Причини, які є такої розмитої позиції, розмитих таких формулювань, так і нечіткої позиції щодо конкретики, коли Україну запросять, коли цей вступ може відбутися і так далі. Які вони? От які ви їх бачите? Причина одна єдина, це одна із карт в переговорному процесі з Російською Федерацією. Путін до недавнього времени говорив, що у нього два головних условия, тобто віддайте мені землі, 4 области плюс Крым и внеблоковый статус. Причем не только про НАТО идет речь, а вообще никаких военных союзов. То есть вот в данном случае, если на саммите, вот как, чтобы не получилось как у Путина, он вписал уже эти 4 области, а взять их не может. Поэтому ходит и везде рассказывает, отдайте мне те земли, куда я не дошел и никогда не дойду, потому что я их вписал к себе. Вот чтобы так не получилось, что там скажут, все, Украина в НАТО там через 10 лет. А Путин потом скажет, а это мое главное условие, все, я тут войну не прекращаю. Поэтому
сожалению, наши партнеры во многом перестраховываются, очень во многом. И, к сожалению, мы видим, что страны, которые, наоборот, должны быть сильными в плане дожимания Путина, даже не то, что дожимания, ломания его через колено, Германия и Соединенные Штаты, они как раз и занимают самую такую осторожническую позицию. Була версія, що якраз ядерні погрози є таким теж, путінські ядерні погрози, вони є таким теж ключовим і стримуючим фактором. Видання Bild написало про що в свіжому матеріалі? Про те, що НАТО перевершує Росію в кількості солдатів, авіації та флоті, але поступається в артилерії та ядерних зарядах. Якщо у Сполучених Штатах, Франції та Великої Британії в сумі менше ядерних боєголовок, ніж в однієї Росії, отже США, Франція та Британія 5559, Росія 5580. Це може бути стримуючим фактором? Тому що, знаєте, на експертному рівні так само можна почути версії про те, що ну, цей ядерний шантаж він вже не працює. У вас яке бачення? Так це сам Рябков сказав, что ядерное сдерживание, да, оно не работает так, как должно работать. Ну хорошо, во-первых, никто не знает, ну, наверное, в России, может, хотя, я думаю, и там не знают, в каком состоянии все эти тысячи ядерных боеголовок находятся. То есть периодически, конечно, Россия снимает красивые мультфильмы. Нам же рассказывали, что кинжалы невозможно сбить, что цирконы не сбиваются. То есть это аналогов нетное оружие. А когда Россия испытания проводит и несколько раз неудачно. То есть вот эти все моменты, в каком состоянии на России сейчас находится ее ядерный арсенал, который ей достался еще от Советского Союза. Мы видим сейчас, например, что вот российские стратегические бомбардировщики дальней авиации, которые с начала войны, ну, после полномасштабного вторжения, запускали по 6 ракет с одного борта, сейчас по одной. А иной раз и 4 борта, 3 ракеты. Ну, может, где-то одна падает там в Каспии, я не знаю. Ну, в общем, тоже все. А эти бомбардировщики тоже со времен Советского Союза достались России. И часть от нас, к сожалению. Все имеет свой износ. И хранение должно быть соответствующее и так далее. Поэтому в каком состоянии, просто никто не хочет проверять на себе. Но опять же, мне кажется, что Путин не готов применять ядерное оружие, когда Россию будут выкидывать с территории Украины. Даже с тех территорий, которые Путин к себе вписал. Возможно, Крым для него там будет каким-то вот... Потому что конец 22 года, Шольц летит в Пекин, Си якобы предотвращает там нажатие кнопки, потому что тогда Путин знал и понимал, что россиян выгнали из Херсона, они еще не закрепились, не создали фортификационные сооружения в Херсонской области, они просто отходили из Херсона, и тогда был большая вероятность, что будет перерезан сухопутный коридор к Азовскому морю, и украинские вооруженные силы подойдут к Крыму. Вот тогда у него, мне кажется, паника реальная была. Он исчез с голубых экранов, поотменял все свои ежегодные обращения, и тогда он был, возможно, готов, ну, может, не нажать, но пугать, по крайней мере. Я думаю, вот, а вот то, что Германия всерьез верит, что Путин нажмет эту кнопку, Шоль, или верит и других в этом убеждает. Это факт, потому что именно Шольц летал к Си, и о чем-то они там разговаривают. Ну а потом мы же, конечно, помним, да, что было, что вдруг начали затягивать поставки и контрнаступления, и F-16, которые еще там года полтора должны были назад и больше даже быть в Украине, никуда не до сих пор, ну, я думаю, что уже на подходе, судя по количеству ударов россиян по аэродромной инфраструктуре, но пока еще нет их здесь.